Всем доброго времени суток, с вами Эрисон Роуз, и мы... Спасибо, что перебил меня. Интересно, кого еще конгломерат держит там, кроме Ноя? За последние годы пропало много людей. Так вот, с вами Эрисон Роуз, мы продолжаем проходить Mirror's Edge. Мы идем за Ноем. Прямо за ним. Мы заберем его из, я не знаю откуда, из какого-то жуткого-жуткого места, где, по всей видимости, находятся люди, которых похищали. Ну, наверное, только что так сказал Пластик, но это, конечно, не факт. И это не самое главное. Главное, что мы найдем его. Ой-ой-ой-ой. Хренакс, кувырок! Отлично, красава. Ну что ж, друг, ты готов? Поехали. Я готов, пошли. Икар, понимаю, ты волнуешься за Ноя, но мне лучше бежать одной. Сам знаешь. И мне нужно, чтобы кто-то присмотрел за моей сестрой. Можешь? Пожалуйста. Изабель Крюгер твоя сестра, что ли? Да. Да, сестра. Икар, пожалуйста, я не доверяю Рубеке. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Верни его. Верну. Верну. Хорошо. Спасибо. Скоро увидимся. Пластик, у меня на пути большая защитная дверь. А, сейчас. Я жду. Есть. И прямо виртуальный мозг Пластик. Она много может. Ох, как он грустит. Да я верну его, ты чё? Они там потребляют много энергии, не говоря уже о данных. Чувствуют, как в новых охранных хабах. Видимо, это как-то связано. Ух. По-моему, там какие-нибудь исследования проводят, или типа того. Типа, знаете, исследуют на не очень нужных людях. Так я говорю, они пытаются, наверное, что-то исследовать. Я старалась. В общем, я так думаю, что там проводят эксперименты, знаете, над, типа, не очень важными людьми, чтобы очень важные не болели. Ну, типа такого. Я знаю, я просто пытаюсь... Ну, почему? А так. Ну, вот. Еще, блин, по стене заставь меня побегать, чтобы я там расшибилась. Так что, такие дела, друзья. Посмотрим, что нас ждет. Красота. Погнали. Ух ты. Я на месте. Масштабно. Очень даже. Чем больше я слышу про отражение, тем меньше оно мне нравится. И мне. Я спроектировал наводчик помех. Сигнал отражения у меня работать не будет. Вот так просто. Короче, да, связь пропала. А? Икар? Икар, ты тут? Пластик? Значит, я... Так, понятно, связь прервалась. Короче, я же вам говорю, что-то не то с нашей сестрой. И мне кажется, что может из-за того, что нас газом отравили, ее легкие пострадали из-за этого. Но помните, там был застав, как мы, собственно, с сестрой расстались. Может быть, в этом дело? Не знаю, как они тут закрутили сюжет, не думаю, что прям... Ну, естественно. Спокойной ночи. Ух, как пафосно, да? Вообще. Опа. Он мне угрожал. Он реально мне угрожал. Ты меня беспокоишь. Я тебя сейчас уложу, понятно?
Прости, я просто хотелось оставить где-то свой след. О! Интересно. Понятно. Я же говорил, что Доган, у него тут все подвязано. Может, он подрабатывает каким-то образом на правительство. Так, и мне куда вообще? Опа. Нормально же, ты запрыгнешь, молодец. Господи, только без суперсолдат. Как же я не хочу с ними драться, а? Оп, что-то я не то сейчас сделала. Сейчас. Вот так, все. Воу-а-а-а! Господи, как внезапно. Не знаю, как так получилось. Я не хотела, чтобы так получилось. Ну ладно, ничего страшного. Ай, как бы и все равно. Ладно. Давайте сделать все аккуратно и по науке. Давайте не падать больше. Ага. Опа! Хорошо, мы внутри. Мы внутри! Так, что расскажете, что покажете? Фейт Коннорс, да чтоб меня! Я тебя уже видела. Меня зовут Алин Майера. Я возглавляла проект отражения. Но я задавала слишком много вопросов, и когда ты украла чертеж, Крюгер свалил все на меня. Не понимаю. Отражение — просто новый способ подключаться к сети. Чего в нем такого? После инъекции конгломерат может не просто отслеживать все, что ты делаешь, но и влиять на твои эмоции. Это фактически конец свободы мысли. Оу! Крюгер на это потратил почти 20 лет. Начал еще, когда получил нейроалгоритм от твоей матери. Фейт, ты должна меня отсюда выпустить. Здесь рядом аварийный замок. Погоди, что там было про маму? Эрику? Мы с ней раньше были коллегами. Именно ее работа легла в основу отражения. А почему ты здесь? Как много всего интересного. Ищи бегущего. Его зовут Ной. А его увели час назад. На допрос, наверное. Слушай, мы тут обдумываем план побега. Ты не сможешь нам помочь? Конечно. Аварийный замок, да? Где? Воу. У нас мало времени. Ищи терминал аварийного замка. Хорошо, он здесь. Как много нового управления эмоциями, нифига себе. Но это уж перебор. Это напоминает тысячу тысяч рассказов. Ну ладно, я не буду ничего говорить, ребят. Я просто люблю такое. Вся эта антиутопия. Очень много книг все время поэтому прочла. Так, короче. Извините. Что-то я вообще реально, походу, подпростыла. Получи. Фашисты, блин. В смысле, а как я должна пройти сюда? А, извините. Вы за стеклом же, как вы меня собрались стрелять? Фух. Ладно, пофиг, я не собираюсь с ним совсем драться. Это плохая идея.
Нет, тут все равно. Господи, боже, Фейт, ну ты просто заставляешь меня скраснеть от стыда. Извините. Диана, отвечай мне. Крюгер, Крюгер. Я понимаю твою реакцию, Крюгер. Ты серьезно. Фейт, Фейт, она особенная. За это его побрили. Говори, где чертеж. Ты, Крюгер, шел бы ты в жопу. Он не реагирует на раздражители. Да, на базовом уровне он знает, что эмоции ложные. Будь он постоянным сотрудником. Значит, он нам бесполезен. Активируйте протокол уничтожения. Не очень поняла. Разрушаем здание. Сэр, живо! Нифига себе. Разрушаем здание? По-моему, это ты чего-то переборщил. Ты жив? Вставай, я вытащу тебя отсюда. О. Нет. Нет, 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 нет. Не вздумай. Я здесь, я пришла за тобой. Что за план в ее глазках родился? Что за идейка? Нет. В смысле? Я думала, у нее был план какой-то, как его оживить. Ну, типа на этом столе жутком. Крюгер его убил. И он сделает это с любым, кому введено отражение. И с нами тоже, если его не остановить. Мы уходим на базу Черного Ноября. Идем с нами. Пошли. Иди. Нет, иди. Ты с нами. Я их задержу. Ну, конечно, ты всех задержишь. Я не могу, кстати, пользоваться этим заходом за спину, если честно. Мне достаточно тяжело это делать. Да прекратите, а? Я не понимаю, как вы это делаете. А! Получи. Не хочу. Ух ты ж, блин. Да хорош. По мне повсюду дроны шмаляют. Надо бежать. Как можно скорее. Больше ничего не хочу знать, как-то... Я была уверена, что мы его спасем. Вот этого я, конечно, не ожидала, что он выживет. Бляха-муха. Ну и что ты сделал, придурочный придурок, а? Думаете, я буду с вами драться? Вы ошибаетесь, вас слишком много.
Там, где можно сбежать, я лучше сбегу. Ай, блях, муха, зачем они так с нами поступили, я не понимаю. Ну, просто, что он им сделал? Он им ничего не сделал. Казнили, блин. Тут дверь. Ну, мне, наверное, как-то наверх, да, надо? Как-то, знаете, заметила у меня больше сопереживания к играм появилось. Раньше было у меня вообще слезу из меня не выбить, а сейчас стало наоборот. Может, это и неплохо? Я не бесчувственная, как холодная женщина. А может, и не очень. Хотя нет, игры же созданы для того, чтобы быть как хорошее кино. Так что, наверное, это и неплохо. Ладно. Давайте лучше сосредоточимся на задании, все-таки не будем рассуждать. Я не знаю, я была уверена, что Ной выживет, честное слово. Я прям была в этом 100% уверена, но игра решила по-другому. Точнее, разработчики, сценарист решили по-другому. А зачем тогда здесь? Я думала, там какой-то секретный проход. Зрение бегущего активно. Ага. А я же почти допрыгнула. Ну как? Я не понимаю. Вот я не могу туда запрыгнуть. Реально. Я просто не понимаю. А, мне туда и не надо вообще было. В смысле? Я же уже здесь была. Я что-то не понимаю. А ты хочешь сказать, мне реально нужно было бы здесь? А, ну прыгай тогда, чё? Ладно, раз она была сюда, так... А, мы вернулись в логово, понятно, торможу. Сейчас будет грустная сцена. Отражение. Я знаю. Твари. А это откуда? Мы вели твою сестру наверх, и тут жесть началась. Я облажался, охранник схватил меня, сделал какой-то укол, потом просто отпустил. Отражение. Твоя новая подруга говорит, что это отражение. Похоже на то. Пойдем. Оно еще не полностью активно. Нам пока ничего не грозит. Ты о чем вообще думала, когда привела сюда этих чертовых маячков? Что помешает Крюгеру устроить облаву? Я же вам говорю, сигнал так глубоко не пройдет. Ну, сестренку отыскал, как только мы наверх вышли. Крюгер всех почти сразу напали. И я людей потеряла. Не ты одна. А ты ведь мне и не собиралась чертежи отдавать. Ничего, с семьями я могу разобраться и по-другому. Запомни мои слова. Высокие башни их не защитят. Фейт, пока отражение не уничтожено, мы здесь взаперти. Я смогу помочь, но мне нужен чертеж. Идите к Пластик. Чертеж у нее, и там безопасно. Икар покажет тебе дорогу. Пойдешь тоннелями. А как же ты? Нам надо идти. Пошли, доктор. Какой интересный замес, да? А мы куда собрались? Эй, девочка, полегче. Ты меня не узнаешь? Как все смутно, зачем? Понятно? Зачем? Пожалуйста. Фейт. Вставай. Я вытащу тебя отсюда. Но мне только что дошло, что я неправильно татуировки под глазом нарисовала. Фейт, пора тебе меня навестить, как думаешь? Надо многое обсудить. Я неправильно нарисовала. Она должна быть вот такая, вот такая.
Ну ладно уже, что, это моя личная татуировка, пусть она будет неправильной. Дерьмо. Опа, твоя баба вернулась к тебе, надо же. Ладно, ладно. Поехали. Поговорим с Ноем. Ну как же я могла так, а? Взяла и сделала неправильную татуировку. Спорим, уже в предыдущей серии все написали об этом комментарии. Просто я-то записала сразу две, то есть вот эта вторая. Стыдненько даже немножко. Так люблю Миру Сэдж и так опозориться. Но мне же некому сказать, что я что-то сделала неправильно, правильно? Так что все. Я не виноват. Хотя, может, никто и не заметит. Да нет, точно кто не заметил. Вы же мне внимательные. Так, ладно. Сделаем вид, что никто ничего не заметил, и все будет в порядке. Это самое главное. Так. Погнали. Залезай, залезай. Угу. В следующий раз нарисуй правильно. А думаешь, трагедия тоже мне. Главное, что я стараюсь. Ну и ты там вообще где? Где? Ой, фу, Ной. Скучаю, кажется, по этому Ною. Вообще-то, да, Ной же нас вырастил. И подобрал маленькую, всему обучил. Дал нам дом, еду. От этого еще грустнее становится. Но мы ничего не можем с этим сделать уже. Они же решили его убить. Ведь он же им показался ненужным человеком. Это ты был ненужный, тварь. А не Ной. Ну и вообще тут ничем был. А я здесь. И чё? Там невозможно было сориентироваться, что там дырка. Откуда я знала? Игра подстава. Не обязательно каждый раз связываться в драку. А я и не ввязываюсь. Я вообще молодец. Хожу себе, никого не трогаю. Эх. Так далеко там. Ох, как далеко. Тут как-то можно, по-моему, между точками телепортироваться быстро. Но я предпочитаю бежать. Может быть, это и неправильно. И проще не заморачиваться. Но я так не могу. Я вообще человек замороченный достаточно. Отлично. Мне, кстати, кто-то уже говорил, по-моему, про эти быстрые точки. Но зачем? Это же не так прикольно. Бежать не по миссиям, исследуя город, веселее. Хотя, в принципе, мы не особо его с вами исследуем, но... Подойди сюда, пожалуйста. Тебе на ты подойди. Найди меня, если сможешь. А чё, прикольно, да, так? Хочешь дать мне задание, вначале найди меня. А то дают тоже. Мне хватило одного, блин, задания, на которое я потратила полсерии. Вообще бы на ней весело ни разу. Да, здравствуй, дом, милый дом. Так, мы почти близко. Ну что ж, Ной. Да почему Ной-то? Постоянно хочется назвать его Ной. Икар, а не Ной. Боже, мы же с Икаром у него встретиться, или я чего-то перепутала опять? Я могла, это легко, это прям вообще как нефиг делать.
Оп, опачки. Как странно сейчас получилось. Вот это да. Не, не с этой стороны. Такс. Как долго мы бежим? Можно было сюда телепортироваться. Это же наша база. Ну ладно. Я люблю бегать. Этого не отнять. Какая длинная лестница. Надо прокачать скилл, быстро лазать по лестницам. Это я сейчас и сделаю. Где это? Вот здесь. Есть еще одно очко. Хорошо, что, кстати, оно требует всего по одному очку каждая прокачка. Это очень удобно. Требовало бы больше, мне кажется. Приобретите половину улучшений Fate. Ну, я вообще молодец. Какая тут музыка громкая, однако, правда? Ну где же ты уже же? Сколько же я же бегу, что ж, даже тебя, что ж, а? Ну это же просто уже же невозможно же, а? Я даже забыла, к кому иду. Хабиду. У нас, наверное, три безопасных места. Подземелье. Наше убежище. Нет, оно уже не наше убежище. И дом пластик. Правильно? Это же все безопасные места должны быть. Ну, чисто теоретически. То есть, если что-то, там можно хорошенько спрятаться. Давай наверх залезем. Мы так долго бежим. Есть хорошие новости и плохие. Да? Мы придумали, как отключить отражение. Навсегда. Да, но для этого нужен отпечаток самого Крюгера. Это плохие новости. Серьезно? Я его найти не могу. Видимо, он в отдельной сети. А без него у нас связаны руки. Мы сообщим, если что-то изменится. Ты смеешься надо мной? Он победил. Какие люди? Воу-воу. Ноги мне переломаешь. Давай, чего уж тянуть. Ого. Сперва закончи дело, а потом сломай ноги, если хочешь. Нечего заканчивать. Ной погиб. Моя мама работала над отражением, сестра работает на Крюгера. Я как белая ворона. И сотрудники принимают отражение с распростертыми объятиями. Рождается новый мир, Фейт. И там не будет места мне и тебе, если не остановить отражение. Отражение нельзя остановить. А я вот слышал, что можно. Я тут беседовал с твоей подругой Пластик. Интересная девочка. И она сказала, что для этого нужен отпечаток Крюгера. Да, и как мы его высрем, этот отпечаток Крюгера? Его не раздобыть. Не все так плохо. Да? Я знаю, что у Крюгера есть личная квартира на Виде. Там ты сможешь проникнуть прямо в сеть их семьи. Вломиться в личную квартиру Крюгера? Мимо охраны мне не пройти. Как жаль, что я в тебе ошибся. Можешь идти. Хочешь, ты посылаешь меня на смерть? Итак. Стой, что? И это все? Ну а что же еще? Я знал когда-то девушку, которая ради благого дела шла против всех, даже против меня. Но ты явно не она. Ты сломлена. Бери рисунок и иди. И больше не смей здесь показываться. С каких пор тебя волнуют благие дела? Иногда они совпадают с моими планами. Почему ты еще здесь? Потому что ты не прав. Я не сломлена. Докажи. Докажу. Хм. Надо же. Это было очень познавательно. Оттуда можно зайти в его личную сеть. Так ты и получишь его отпечаток.
Да ну. Такие все умные вообще, я даже не знаю. Спасибо. Великолепно. Все такие умные, а меня посылают на бойню. Ладно, это не важно, друзья. С вами была Элисон Роуз, это был Mirror's Edge. Продолжим уже в следующей серии. Пока.